вам, живущим под солнцем, с верою в счастье и мир. А тех, кто в смертельной борьбе с фашизмом выстоял и победил. Мы сорокопятчики. Еще нас называют ПТО, а чаще пушкарями. Ребята подобрались хорошие, правда, цапаются иногда между собой. Но все эти стычки не больше, чем детские забавы по сравнению с тем злом, что обрушил на нашу землю фашизм. Вокруг затаилась смерть, а мы не думаем о ней. Ни я, ни они не представляем себе, что мы можем умереть. Хотя всем нам это ежесекундно уготовано на войне. Вот, я тебя позлю. А ну давай. А? А? Что такое? Что такое? Что такое? Что так? Тебе что, тесно в окопе? Разъяснить, что к чему? Подъем! Разлеглись, как на курорте. Снаряды чистить. Лазняк, наблюдать. А ты чего, одноухий? Ты чего? Тебе что, отдельное приглашение требуется? Подъем, ну? Не понукай, не запряг. Чего, чего не запряг? Подъем, говорю, снаряды чистить. Порядочек, не успеешь двинуть. Подъем, подъем. А ты чего, сачок? Втроем управиться. Слушай, Лукьянов, ты до войны парикмахером был, что ли? Нет, я до войны в архитектурном учился. А я думал, парикмахером. Очень уж ты деликатно тряпку держишь. Да три ты крепче, не разорвется, не бойся! Тьфу, архитектор. Иди сюда. Другую работу дам.
это вот. Карточку ПТО изобрази. Полный расчет грамотеев, архитектор, футболист, учитель, понимаешь. Карточка срам один. Тут-то я вижу мастер. Смотри-ка, и танк как танк. Как живой. Вот так мы и живем. Небольшой орудийный расчет. Уже 3 дня торчим в узком окопе ровики. И я наизусть знаю все, что перед нами. Каждую травинку, каждый сноп, к которому не могут прикоснуться руки, вырастившие его. Тихо. Но попробуй высунься. На этих холмах окопался, притаился враг. Сотнями глаз впивается он в каждую ложбинку на нашей земле. Он ждет. Ждем и мы. Ждем приказа вперед. А пока что с нетерпением ждем темноты и вечера с иными, чем днем, заботами. Может быть, сегодня придет Люся из Санроты. Да. А что, Люська, ничего, девка? Что? Что? Люську не трожь. Не я, так другой. Не тебе же губа рваная. А ну, голуби, приготовиться за ужином. Пойдет сегодня Лукьянов и... Я, командир. Ишь ты, шустрый какой, откуда такая прыть? Дело есть. Дело, знаю я твое дело, понимаешь. Люська, что ли? Ха-ха. Ладно, пойдешь ты. Ауф ведерзей. Каждый вечер бегает. Кто? Лёшка, кто же еще? Ну и что? Чего что? Ты-то что волнуешься? Чего ты? Чего? Ничего. Чего ты интересуешься? А почему я не могу интересоваться? Нервный очень. Нервный. Изукрасили бы так морду, небось, занервничал бы. Чего? У нас тут нет девчат. А плевать мне на девчат. Не в девках дело. Домой бы написал. Только бумагу переводишь. Не в девках дело. Был бы он дом-то. Чего это не слышно, фрицев? И ракет нету. Сменяется, что ли? Да. Ни одна мина нет. 3 дня умолкает. Почему?
Что, война конец? Скоро домой будем. Кончится война, приглашу тебя в гости из твоей Колымы. Зачем Колымы? Якутии. Ну, Якутии, Якутии. У вас мерзлота, у нас на Кубани теперь хлеб убирают. Зари до темна вкалывают до седьмого пота. Дынь, арбузов, огурцов навалом. Поставим стол в садике, самовар раздуем. Ну и остальное, понимаешь. Моя Дарья Амельяновна гостей любит. Раздавим бутылочку. Вспомянем, как Беларусь освобождали, в окопах сидели. Цветами пахнет. Да, теперь у нас на Кубани хлеб убирают. С зари до темна. Вкалываю до седьмого пота. Точно. Разбираешься в сельской жизни, понимаешь. А тут лежи, спи, поел и на боковую. Любота на войне. Это точно. Кой черт точно. Японскую деда, понимаешь, убила, германскую отца моего, а потом брата Степку покалечила, пришел, понимаешь, без рук. Сейчас я. Ну, тут уж ничего не скажешь. Если мы этот фашизм не уничтожим, то кто ж тогда? Вот ты говоришь, война, война. А кем ты был до войны? Рядовой колхозник. Бокам хвосты закручивал, голыми ногами кизяки месил. Ну и что? А ничего. А теперь ты член партии, старший сержант, командир орудия, кавалер орденов и медалей. Ведь приедешь домой председателем будешь, а ты говоришь, война. Футболист ты, футболист, понимаешь. Да я бы все свои медали отдал, чтобы детей сберечь. Тебе легко. Николай не два раза, сам себе голова. А тут четверо дома. И все недоростки. Это война последняя. Больше война нет. Не надо так плохо думать, командир. Да я черт с ним, я готов на все. Лишь бы вам, дуракам, не пришлось хлебать все тоже хлебово. Легки на подъем, братья славяне. Ты гляди, гляди, понимаешь, доиграешься. Ничего, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Стой, кто идет? Дружно спите, артиллеристы. Никак нет, товарищ капитан. Почему часового нет? Так ведь мы все тут, никто не спит, товарищ капитан. А, все тут. Кто ж наблюдает за противником? Вот, выходит, все и наблюдаем, товарищ капитан. Так сколько вы сидите на этой огневой? На этой огневой? На этой огневой, товарищ капитан. Мы третий день, значит. Засиделись. Как на курорте километр от немцев. Ну, какой километр? Иголку из рук вышибают снайпера. Чепуха. Вы вот что. Орудие перекатить на край пшеничного поля поближе к дороге. Как-то к дороге? Вот так обыкновенно.
Это ж под носом у немцев, нас накроют. Возможно, если не окопаетесь как следует. И учтите, участок самый пробойный. Чтоб дорогу закупорили, как бутылку, ясно? А что, ожидается что-нибудь? Возможно. Так надо лейтенанту доложить. Докладывайте. И учтите, хлопцы, от вас многое будет зависеть. Ясно. Петров, останешься за меня. Слушаюсь. Я к взводному пошел. Смотри тут, понимаешь. Начальнички. Им бы только приказать. А на твою голову ему наплевать. Почему так говоришь? Мало-мало думать надо. Думай, думай, конечно. А вот что там не думай, а вот приказал и все. Так по глупости и до Берлина не дойдешь с такими командирами. Командиры здесь ни при чем. Командир приказывает, а подчиненному кажется, что несправедливо. Обычная вещь на войне. Приказывает. Да если приказ правильный, я его нутром понимаю. А если нет, так ты мне ничем не докажешь, как ни крути. Зачем доказывать? Война не юриспруденция. Тут важен результат. Пруденция. Ух, какой ты умный. Ты бы сказал все это комбату. Может, он командиром тебя назначил бы? Что с вами спорить не по существу? Подумаешь, не по существу, умник какой. Думаешь, я глупее тебя? А я институтов не кончал, но и в плен не сдавался. Сволочь ты все-таки задорожный. Сами вы сволочи. Пошли вы все к черту. Кто идет? Свои, свои. Люся пришла. Мальчики. Здравствуйте, Люся. Петров, раздайте всем. 3, 4, 5, 6. Все. Хорошо. Павлик, вам письмо. Ха, от Нерочки. А вам я эквихин достала. Принимайте его, пожалуйста, только не выплевывайте, хорошо? Да из таких буручек пуд бы съел. Ну. Ха. Все, кажется, до свидания. Так посидим, помечтаем, а? Я когда мне сегодня Лешка. Так я провожу, коли не против, а? Ну, не против. Только без рук, пожалуйста. Ну, согласен, господи. Кто позволял второй задорожный? Почему без разрешения? Да ерунда, 5 минут. Задорожный нельзя, а так делать? А ну, назад! Ну, чего ждете-то? Черты-то поразевали. Давай собирай все. Оружие, вещи, лопаты. Быстро, быстро. Кончился санаторий. Слышь, заворошились. А где задорожный? Задорожный в Люсе пошел. Как пошел? Петров не разрешал? Ну подожди, пусть только явится. Пушки, пушки, пушки тащите все. Лукьянов, лопату не забудь. Быстро, быстро, шевелись, шевелись, шевелись. Быстро. Быстро, не вставай. Стой. Тихо.
гудят собаки. Чего это оно гудят? Взяли. Взяли. Листа все нет. Но я ему дам. Пусть только явится. Не грозился, давно бы дал. А ты мне не указывай, понимаешь. Распустили его. Вот он никому и не подчиняется. Ничего, на этот раз не спущу. Ишь, прилип к девке. И Люська глядит и не отошьет его. Люся-то ничего. Она девушка умная. Не позволит. Умная. Я не умный. Фу. Ты гляди, вон он бугай какой. На это надо смотреть, а то умная. Женщина, между прочим, тоже выбирает. Куда более пристрастно, чем какой-нибудь мужчина. Потом поздно будет выбирать. А я вас там ищу. Так, так, значит, все-таки роем. Ну и ну. Явился дармоед. Где шлялся? Кто разрешил, понимаешь? Мы что, ишаки тут на тебя работать? Бери лопату. Да чего вы кричите? Все это ерунда, братцы. Капитуляция. Была Люська, и все вышло. А деваха первый сорт. Побрыкался. Подлец, бери лопату, да говорю. Вот платочек подарила. Завтра опять придет. Специально... Ты что? Ты что? Меня-то помордит, а? Что такое? За бабой? Что такое? Что такое, понимаешь? Что такое? Ну, отставить ошалели, что ли, я приказываю. Отставить, говорю. Отставить, колома. Отставить. Поздняль. Задорожный. Товарищ. Ставить ошалели, что ли, коблыть? Огневую мне тут раскроете, тихо! Отставить, говорю, муж! Доигрались бугаи. Огневую раскрыли. Три часа, рассвет скоро. А ну, за завтраком. Лазняк, марш, Лукьянов. А. Что такое, что такое, что такое? Того, что случилось у них там, я не могу простить. Ни ему, ни ей. И как ты могла такое? Где же эти все прекрасные, эти верные и непорочные? А что же верить теперь? Вы меня простите, пожалуйста. Может быть, это не мое дело. Но вы не очень верите этому задорожному. Дело не в задорожном.
И все же... Все же главное сейчас не в этом, поймите. Главная война. Если можете, перетерпите, что ли? Вы знаете, а я не хочу терпеть, как вы это терпите. Понятно? И на вашем месте я бы давно набил морду этому задорожному. Знаете, Лазняк, я в плену столько перевидел, столько понял. Там ведь человек обнаженный, все содержимое его в душе. Там не прикроешься медалями, положением. А вы говорите, задорожный. Да я уж ко всему привык. А как вы в плен попали? Просто. Просто ранил и попал. Вы, кажется, офицером были, да? Да, лейтенант. Командиром саперного взвода. А потом? Потом штрафная рота. Как-то остался жив. И вот рядовой. Вы кем были до войны? Я техникум педагогический окончил. Учить хотели? Да, а вот не пришлось. Гудят. Кажется, сегодня начнется. Закурить не найдется, хлопцы? Не курю, друг. Ну и на том спасибо. Пойдемте скорее, есть уже хочется. Ишь ты, жаворонок. Ну вот, копали, копали, а они на другой участок перешли. Да, что-то действительно притихло. Ну ладно, пока суть до дела. Кстати, ответ Байдарке надо написать. Пока суть до дела, понимаешь? Ишь ты, погоны-то. Прямо как генеральские. Сделал бы и мне такие, а то вон, веревки свелись. Сделаю. Вот спасибо. А я тебя после войны в гости приглашу из твоей Колымы. Опять Колыма? Якутии? Якутии, Якутии, Якутии. А что? Накрыли бы в саду столик, пол-литровочку. Моя Дарья Амельяновна гостей любит, а? Тут пол-литровки мало. Еще бы сообразили, понимаешь. Так. Так и запишем. Дарка. Я жив. Чего я тебе желаю, Маркел Иваныч Жалтых? И число, чтоб знала. Число, но, брат, главное.
Зачем много писать? Главное, жив. Остальное бабе неинтересно. Вот надо бы почаще. Да все некогда. Только карандаш послюнишь, приказ туда-сюда. То пулемет, то транспортер, то пехота немецкая за грудки хватает, а то танки. Ох, и морока с ними. И везде надо успеть. Да, надо успеть все. И для этого жить. Жить. Как я не замечал этого слова раньше. Женя Пчелкин из 5-го Б все путал. Определенная форма глагола. Да, теперь уж это очень определенная. Каска! Почему без каски? Каску Петрову быстро! А ну давай туда! Петров, за прицелом, я сказал! Спокойно, Лазняк, спокойно! Ну, взяли! Так, так, взяли, 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 взяли. Разворачивай! Разворачивай! Быстро! Станины! Станины, говорю! Быстро! Пулемет, укривенок! Так, заряжай! Быстро, быстро, быстро! Быстро! Бронебойным! У пристрелки под танка прицел 4, а... Прицел больше 2! Огонь! Не берет, холера его забери. Дьявол ему в бок не берет. Огонь, Петров! Эй, по гусеницам! По гусеницам огонь! Огонь, Петров, огонь! Стой, сволочь! Застрелю! Смотри, танк на вас! Станины влево! Быстро! Сноп мешает! Товарищ командир, сноп! Чего, чего, чего? Чего, 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 чего?
Лукьян! Лукьян, мать твою мать! Лукьян, ложись! Ну, ложись! Куда? Огонь, Петров, огонь! Огонь, Петров! Лёшка, заряжай! Лёшка! Ну тебе говорят, заряжай быстро! А, черт! Окоп, текай! Быстро, быстро! Смываемся. Петров, командуй. Ты же теперь командир. Ну? Давай, Леша, перевязывай рука. Лучше добейте. Застрелите. Ладно. Не оставь. Спасибо. Больно. Терпи, командир. Так давай рванем, а? Нет. Приказ нет. Нельзя назад ходить. Вот чудак. Ну какой тебе к черту приказ? Ведь фронт прорвали. Приказ обороны была. Стрелять надо. Совсем одурел. Ну куда стрелять-то? Чего ты хочешь? Как чего? К своим. А пушка? Что пушка? Пушка подбита. Она же стреляет! Из подбитой стреляй! Идиоты! Что же здесь сидеть до героической смерти? Заткните его глотку! Заткните ему глотку! Пусть идет к чертовой матери! Ну! Ну что ж, пропадайте, черт с вами. Этот командир еще балда косоглазая. А? Почему, Петро, балда? Почему балда? Сам ты балда. Пушку бросать нельзя. Жаль, ты не удирал? Петро не удирал. Трус удирал. Thank you.
Бергенің олырын тулаяқ қалдықтыр. Командир, командир. На Днепре погибал, жив оставался. На Красной Горке погибал, жив оставался. На Орсе погибал, жив оставался. А тут погиб. Совсем погиб. А Петроп жив. Почему так, а, командир? Что же делать? Что же делать? Надо же во что бы то ни стало держать дорогу. Надо не дать им пройти. Что делать? Петров, стоять? Да? Зачем так говоришь? Думаешь, Петров легко? Ну да куда же тут сидеть? Пока в плен не возьмут, что ли? Было бы геройство, то глупость одна. Ухлопают, никто и не узнает. Напишут, пропали без вести. Или еще лучше, в плен поздавались. Желтых не оступал. Петров не оступал. Желтых, желтых. Ну что желтых? Ему теперь все равно, мы еще живы. Ну вот возьми хотя бы ты. Геройство, можно сказать, совершил. Танк подбил. А толку что? И знать никто не будет. А Лукьянов? Чем не герой? Под огонь лез, а его трусом считают. А Лазняк? А Кривенок? Лукьян, да. Наверное, Леша, ты правду сказал. Надо там комбат сходить. Надо. Кто пойдет? Я пойду. Говори комбату. Желтых погиб. Лукьян смелый, хороший солдат. Лукьян награда надо. И что пушки делать? Приказ уходить надо. Петров будет ждать приказ. Очень будет ждать, Леша. Иди. Я в обход. Куда вы его пустили? Комбат пошел. За приказом. Кого он послал? Ты кого послал? Как кого? Лешка пошел. Да почему Лешка? Он ловкий, быстрый. Думаешь, он придет? Как не придет? Должен прийти. Я ему приказ дал. Придет. Ладно. Жди. Лазняк! Немцы! Транспортеры! Не могу, Лазняк. Давай, заряжай. Стреляй, Лазняк.
где Лёшка? Ой, Лёшка! Немец кругом лежит. Много стрелять будет. Лазняк, окоп копать надо. Глубоко копать. Плохо будет. Дорожного тогда из-за Люсина бросился. Молодец, Лёшка! Ах, молодец! Люся! 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 Правда, Люся? Почему, Люся? Уходите! Уходите! Расстреляйте снаряды, уходите! Комбат приказал! Ты зачем сюда пришла? Что, солдат не было? Мы же окружены! Ты что, не видишь, что ты наделала? Командир, Люся. Командир. Смотри, Лукьянов. Люся, ты там Лёшку не видела? Да видела, видела. Ранен он. Как ранен? Вот так. Тяжело? Да нет, царапина одна. Как царапина? Да он приказ получил.
пошел и его царапнула. Так он сразу к нам в санроту. Ну и остался. За свою шкуру испугался. Хотя что от него ждать-то было? Убью. Лазняк, меня папиросы крути. Держи. Адски долго тянется день. Дожить бы до ночи. Ночью, может быть, мы и выбрались бы из этой ямы. Только бы хватило терпения, только бы устоять. Милая, хорошая моя, я люблю тебя. Слышишь? Люблю. Потерпите, немножко потерпите. Люся, почему? Где мы, а? Лежите, лежите, нельзя вам. Я умру? Ну что вы. Вот отобьемся, вас возьмут в госпиталь. И все будет хорошо. Зачем обманывать? Ну что ж, жить хотел. Все, смерти боялся. Как глупо. Лазняк. Лазняк, про плен-то. Помните? Врал. Сам сдался. Сам понимаете? Слушайте. Слушайте, Лазняк. Я вот что. Как же ты так, Лукьянов, а?
Он фриц ползет. Не стреляй. Может быть, у него вода. Кривенок, не стреляй! Пауль. Меншен. Нет воды. Воды нет. Умирает он. Вася, умирает он. Не надо, Вася. Не надо. Вася. 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 Ой. Что ты, Вася?
Васенька, родненький ты мой. Вася, ой, что ты? Что, что? Ну что ты, Вася? Вася, Вася, ну скажи мне, Вася. Ну что с тобой, Вася? Ну скажи, скажи. Я не слышу. Что? Вася? Вася, это ничего, ты знаешь? Это ничего, это пройдет, пройдет. Ты не бойся, самое главное, ведь мы же живы, Васька. Вася. Петя. 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 Люся! Люся! Лазняк, где они? Где не вижу? Сволочи! Сволочи! Гады! Гады! Где они? Где они? А? Ага! Собаки! Сволочи! Сволочи! Собаки! Гады! Гады! Thank you.
сволочи огрызаются. Дай потяну. Наши пушкари поработали хорошо. На-ка, ты смотри, один живой. Дурной или контуженный? Цыц ты. Они свое сделали. Пошли! Возняк. Привет. Ну как, а? Выдержали? Устояли, черти? Порядок. Война войной, а есть надо, правда? Я тут немного раздобыл. А где ж хлопцы-то, а? А? Меня немного тюкнуло. Пока до самбата добежал, перевязался, вот и задержался. Ну? Ты чего, а? Ты что? Сомневаешься, да? Ведь ранен, вот, смотри. На, смотри. Вы что, пришить мне что-нибудь хотите, да? Да? Да если хочешь знать, никакого приказа не было. Комбат убит, он не приказывал. И Люська тоже убита. Что вы тут натворили, это не моя вина. Я в стороне, ранен, вот. Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Живущим под солнцем, с верою в счастье и мир. А тех, кто в смертельной борьбе с фашизмом выстоял и победил.